В Дагестане улучшится надежность энергоснабжения. Гендиректор Россети «Северный Кавказ» на встрече с премьер-министром региона сообщил, что компания «Россети» отремонтировала почти 1500 энергообъектов на территории республики. Реконструировано больше 2500 километров высоковольтных линий. Кроме этого, впервые за 10 лет сформирован аварийный резерв, который позволит существенно повысить надежность энергоснабжения. Правительство республики, в свою очередь, будет продолжать оказывать всемерную поддержку для реализации этой программы, отметили в ходе встречи.